Закон принят ради того, чтобы упорядочить всю систему миграционную в Российской Федерации. Потому что в Российской Федерации накопилось большое количество нелегальных мигрантов из разных стран. Я не имею в виду только Армению. Из Армении тоже, конечно, есть нелегальные мигранты. Вот. Из других стран, в основном, это страны бывшего Советского Союза, страны СНГ. И, конечно же, для того, чтобы упорядочить, нужно ввести определенную систему. Вот она и была введена. Кстати, эта система, это не новость какая-то, она существует во многих странах мира именно вот такого рода. Я вам могу сказать, что Армения идет семимильными шагами, даже многие не ожидали того, что Армения так быстро будет продвигаться в сторону таможенного союза. Так что тут я никаких проблем не вижу. Спасибо. Сроков опубликован не будет, это все будет зависеть от того, как будет продвигаться все. Ну, проблемы, естественно, всегда существуют, но есть проблемы, которые решаются, а есть проблемы, которые не решаются. Я вот могу сказать, что в отношениях между Россией и Арменией нет проблем, которые не могут быть решены.